Добрый день. А вы не расскажете про Кузнецова? А, мой отец. А давайте, не останавливайтесь. Он вернулся? Он вернулся. Дошел до Берлина. Освобождал Латвию, Литву, Эстонию, Белоруссию. Вот. И ранен был. Пришел пропавший без вести, а он в это время в Ереване лежал в госпитале. Потом, значит, демобилизовали его после ранения. Потом опять он дошел до Берлина. Вот. А вот эту гимнастерку 13 лет я ему шила, он мне попросил шить, как у Сталина китель. Это как у Сталина китель, я ему шила. И так он гордился этим. С праздником.